Приветствую тебя на моем канале. В этом видео я покажу тебе 7 лучших универсальных станков для заточки точил на 2024 год. Я рассмотрю особенности каждой модели и выделю их преимущества и недостатки. Будет интересно, так что не переключайся. Зубр PST-150 – это профессиональный заточный станок, который идеально подходит для точной заточки инструментов. Он оснащен мощным асинхронным двигателем, обеспечивающим стабильную работу даже при высоких нагрузках. Два точильных круга с разной зернистостью позволяют выполнять различные виды заточки. Небольшие размеры и умеренный вес делают его удобным для использования в мастерских и гаражах. Уровень шума достаточно низкий для комфортной работы. Недостатки включают необходимость крепления станка к рабочей поверхности для предотвращения вибрации. Кроме того, некоторые пользователи отмечают, что при длительной работе двигатель может нагреваться. Среди аналогов Зубр PST-150 выделяется своей надежностью и мощностью. Он превосходит многие бытовые модели благодаря своей профессиональной ориентации и качеству сборки. Эта модель будет отличным выбором для тех, кто ищет надежный и эффективный инструмент для заточки. Подходит как для профессионалов, так и для домашних мастеров, которым важны мощность и точность. В описании под видео я оставил для тебя скидочный промокод и ссылки на надежные магазины, в которых можно приобрести понравившуюся модель с максимальной выгодой. Makita GB602 – это надежный и эффективный настольный точильный станок, который отлично подходит для домашнего использования и небольших мастерских. Одним из главных преимуществ этой модели является ее компактный размер и относительно легкий вес, что делает ее удобной для перемещения и установки на рабочем месте. Встроенные лампы освещения рабочей зоны обеспечивают отличную видимость, а увеличительное стекло на одном из защитных экранов позволяет выполнять точные работы. Станок оснащен двумя точильными кругами с разной зернистостью, что позволяет выполнять как грубую, так и точную заточку. Асинхронный двигатель обеспечивает стабильную работу и низкий уровень шума, что делает использование устройства комфортным. Встроенный поддон для охлаждающей жидкости помогает предотвратить перегрев обрабатываемого материала, повышая безопасность и эффективность работы. К недостаткам можно отнести относительно высокий уровень шума – 74 дБ и необходимость регулярного обслуживания для поддержания оптимальной производительности. Некоторые пользователи также отмечают, что крепление защитных экранов требует внимательности и аккуратности. В сравнении с аналогами Makita GB602 выделяется своей мощностью и функциональностью. Эта модель отлично подойдет как для профессионалов, так и для домашних мастеров, которым важно качество и надежность. Если ты ищешь компактный и мощный точильный станок для выполнения различных задач по заточке, Makita GB602 станет отличным выбором. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Точильный станок Champion C2001 идеально подходит для заточки пильных цепей, обеспечивая быструю и точную работу. Его мощный двигатель в 230 Вт и высокая скорость вращения диска позволяют эффективно справляться даже с наиболее изношенными цепями. Максимальный угол заточки в 40 градусов дает возможность настроить станок под разные типы цепей, что делает его универсальным инструментом для любых нужд. Встроенная подсветка облегчает работу в условиях недостаточного освещения, что особенно удобно для использования в гараже или мастерской. Однако стоит отметить несколько недостатков. Во-первых, станок не предназначен для заточки других видов инструментов, что может ограничивать его использование. Во-вторых, вес в 5,8 кг делает его не самым мобильным устройством, что может создать неудобства при частом перемещении. Наконец, отсутствие защиты от перегрева требует более внимательного контроля во время длительных сеансов работы. По сравнению с аналогичными моделями, Champion C2001 выделяется своей надежностью и долговечностью. Множество моделей на рынке предлагают схожие характеристики, но не все могут похвастаться такой же качественной сборкой и устойчивостью к интенсивной эксплуатации. В итоге это отличный выбор для тех, кто регулярно работает с цепными пилами и нуждается в надежном и эффективном инструменте для их заточки. Станок идеально подойдет как для профессиональных пользователей, так и для любителей, которые ценят качество и удобство в работе.
Ресанта Т125/200 – это компактный и надежный точильный станок, предназначенный для заточки различных инструментов и обработки металлических деталей. Он оснащен мощным двигателем мощностью 200 Вт, который обеспечивает стабильную работу и высокую производительность при 2950 оборотах в минуту. Шлифованный круг диаметром 125 мм и толщиной 16 мм подходит для большинства бытовых и мастерских задач. Одним из главных преимуществ этой модели является ее компактный размер и легкость, что позволяет легко разместить станок в ограниченном рабочем пространстве. Станок также оснащен защитными экранами и регулируемыми подставками для удобства и безопасности в работе. Недостатки включают в себя шумность при работе и необходимость крепления станка к рабочей поверхности для уменьшения вибрации. Некоторые пользователи отмечают, что при длительной работе двигатель может нагреваться, что требует перерывов для охлаждения. По сравнению с аналогами, Ресанта Т125/200 предлагает хорошее соотношение цены и качества, обеспечивая надежную работу и долговечность. Этот точильный станок отлично подойдет для домашних мастеров и небольших мастерских, которым нужен надежный инструмент для регулярной заточки и обработки металлических изделий. Braid BSM-125A – это точильный станок, предназначенный для заточки различных режущих инструментов. Эта модель оснащена двумя точильными кругами с зернистостью 36,60, что позволяет выполнять как грубую, так и точную заточку. Чугунная рама с резиновыми ножками обеспечивает устойчивость и снижает вибрацию, а встроенная лампа подсветки улучшает видимость рабочей зоны, делая работу более безопасной и удобной. Одним из главных преимуществ этого станка является его компактный размер и легкость, что позволяет легко использовать его в домашних условиях, гаражах и небольших мастерских. Металлический корпус и защитные экраны для глаз добавляют долговечности и безопасности в эксплуатации. Однако, как и у большинства точильных станков, у BSM-125A есть свои недостатки. Пользователи иногда отмечают, что станок может быть шумным при длительной работе, и для его стабильной работы требуется крепление к верстаку. В целом, Braid BSM-125A является отличным выбором для тех, кто ищет надежный и эффективный инструмент для регулярной заточки инструментов. Он предлагает хорошее соотношение цены и качества, а также удобство и безопасность в работе. Deco DKGM-150-125. Это компактный и универсальный точильный станок, предназначенный для заточки и шлифования различных инструментов. Его мощность составляет 150 Вт, что достаточно для выполнения большинства задач в домашних условиях и небольших мастерских. Станок оснащен двумя шлифованными кругами диаметром 125 мм, что позволяет выполнять как грубую, так и точную заточку. Одним из главных преимуществ этой модели является ее легкость и компактность. Станок легко перемещать и устанавливать на рабочем месте. Он оснащен защитными экранами для глаз, что обеспечивает безопасность при работе, а также встроенные лампы для лучшей видимости рабочей зоны. К недостаткам можно отнести его мощность, которая может быть недостаточной для более тяжелых работ, а также отсутствие системы охлаждения, что требует регулярных перерывов при длительной работе, чтобы избежать перегрева двигателя. В целом, Deco DKGM-150-125 – отличный выбор для тех, кто ищет надежный и доступный точильный станок для домашних задач и мелких мастерских. Он сочетает в себе удобство, безопасность и функциональность, предлагая хорошее соотношение цены и качества. Точильный станок RedVerge RD-BG-200-560 предназначен для профессиональной заточки и шлифовки инструментов. Эта модель оснащена мощным асинхронным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и стабильную работу. Шлифовальные круги диаметром 200 мм позволяют обрабатывать большие поверхности и выполнять грубую заточку. Защитные экраны и искрогасители делают работу с этим станком безопасной. Основными преимуществами этого станка являются его мощность и надежность. Он идеально подходит для интенсивного использования в мастерских и на производстве. Однако некоторые пользователи отмечают, что устройство может быть шумным при длительной работе. В целом, RedVerge RD-BG-200-560 – это мощный и надежный инструмент, который обеспечивает высокое качество заточки и шлифовки. Подойдет как для профессионалов, так и для домашних мастеров, которым необходимы мощные и эффективные решения. И вот мы подошли к финальной части обзора. Не забудь, что ссылки на все модели из моего рейтинга ты найдешь в описании под этим видео, проверь сам. А еще воспользуйся скидочным промокодом, который я для тебя подготовил.
Если этот видеообзор оказался для тебя полезным и помог определиться с выбором, поддержи меня лайком. Твои комментарии помогают делать контент еще лучше, так что не стесняйся делиться своими мыслями. И, конечно, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорой встречи!